Почтим память наших соотечественников, принявших смерть и муку в ту лихую годину, ради того, чтоб вечно жил наш народ, чтоб не пресекалась история нашего государства. Воздадим должное всем, кто остался верен воинской присяге. Не забудем тех, кто безымянными покоится в братских могилах, кто не без вести, но без чести пропал на перепутьях войны. Склонимся перед памятью тех, кто погиб, спасая раненых, женщин, детей, стариков. Никто не забыт, и ничто не забыто. Земля повернулась навстречу весне, и вновь оживает природа. Такою порой вспоминается мне весна 45-го года. Проходят года, но не меркнет вдали бессмертный подвиг народа. Мы трудной дорогой к победе пришли весной 45-го года. Торжественный митинг, посвященный 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, объявляется открытым. Не исчезнет в памяти народной гордость за великую победу и память о страшной цене, которую за нее заплатили. Слово предоставляется председателю районного исполнительного комитета Александру Павловичу Солоневичу. Дорогие наши ветераны, уважаемые концевчане и гости района, примите искренние поздравления с Днем Великой Победы. 72 года отделяет нас
от залпов победных майских салютов 45-го года. Но та весна осталась вечным символом подвига наших отцов, дедов и прадедов. А День Победы – одним из самых главных и дорогих праздников, который объединяет нас памятью. Победа ковалась на полях жестоких сражений, в борьбе партизан и подпольщиков, на оборонных предприятиях в тылу. Низкий поклон вам, ветераны, за вашу стойкость, мужество, героизм. Вы главные герои этого праздника. Сегодня ваши дети, внуки и правнуки трудятся ради настоящего и будущего своей страны, преданно служат Отечеству. Мы помним и чтим историю страны, отдавая дань уважения своим дедам и прадедам. Третий год День Победы встречает с нами бессмертный полк. Это те, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины, порой ценой своей жизни, и все те, кто не дожил до сегодняшнего светлого дня. Мы благодарны всем, кто принял участие в акции. Спасибо за память. Пусть она живет в каждом из нас. Передается из поколения в поколение, переходит от сердца к сердцу, связывая всех воедино живой нитью любви к Отечеству. Дорогие наши ветераны, в эти майские дни вся Беларусь стоит в почетном благодарном карауле в честь героев Победы. Мы безмерно признательны вам и как самое драгоценное достояние храним ваш главный завет – любить Родину, защищать ее интересы и всегда быть вместе, сплоченными и едиными. Низкий поклон вам и безмерная благодарность от всех нас. Пусть рядом с вами еще долго будут друзья, звучат любимые песни и родные голоса. Уважаемые участники торжественного митинга, сегодня праздник, который многие годы всех нас объединяет. Желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, оптимизма и всегда только мирного неба над головой. С Днем Победы! Слово предоставляется председателю районного совета ветеранов Евгении Сергеевне Статько. Дорогие наши ветераны, уважаемые жители и гости нашего города и района, от имени районного совета ветеранов горячо и сердечно поздравляю вас с праздником Великой Победы. Лишь уважая прошлое, можно построить счастливое будущее. Лишь помня о прошлом, мы будем жить. Поздравляю всех присутствующих с этой прекрасной, с этим прекрасным праздником. Пусть небо над нашей Родиной всегда будет мирным и светлым. А наша жизнь, уважаемые гонцовчане, наполняется созидательным трудом и приносит удовлетворение и радость, удачу и новые успехи во имя процветания родного края. С Днем Победы! Прошла война, прошла страда, но боль взывает к людям. Давайте, люди, никогда об этом не забудем. Пусть память вечную о ней хранят, об этой муке. И дети нынешних детей, и наших внуков внуки. Они все там, в сороковых, никто их павших не поднимет. Одно лишь чудо в дивном сне. Оставшись вечно молодыми, они на черной той войне. Они — травинки в поле росном, они — деревья и вода. Они во всем пространстве звездном и в нашей памяти всегда. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины.
Слово для поздравления с великой победой представляется заместителю начальника Центра войсковой части Озеречье, подполковнику Вооруженных сил Российской Федерации Здрок Виталию Михайловичу. Говорят, что во все времена стирается память о прошлом, как следы на песке, что бывшее, некогда великим и значимым, становится страницами учебников истории, памятными датами в календаре и цитатами на обелисках. Но время не властно над памятью о Великой Отечественной войне, о миллионах загубленных человеческих жизней, тысячах исчезнувших в огне войны городов и сел, о тех, кто встал на защиту своего дома по зову матери, Родины. Нам выпало великое счастье жить в одно время с поколением победителей. Это благодаря им у нас мирное небо над головой. И забывать об этом нельзя. Я, как представитель братского славянского народа, по поручению командования войсковой части 03-522, сердечно поздравляю вас с Днем Победы. Желаю вам, вашим родным и близким, крепкого здоровья, мирного неба над головой, покоя и благополучия в ваших домах и семьях. С праздником, с Днем Победы! От имени молодого поколения выступит Занька Ангелина, учащаяся 11 класса средней школы номер 3 города Ганцевичи. Добрый день, уважаемые ветераны, жители и гости нашего города. Сегодня мы отмечаем особый праздник – День Великой Победы. Существует множество праздников, но этот день выделяется из всех потому, что не было в истории человечества более судьбоносного и трагического события, чем Великая Отечественная война. Склоняя головы перед светлой памятью павших, вспомним, что мы – сыны и дочери великого народа, и будем достойны его. С праздником! С Днем Победы! Дорогие ветераны! Мы преклоняемся перед вами за ваш ратный подвиг. Это вы ковали нашу победу. За верность и стойкость, за силу и мужество. Слава и почет солдатам Победы! Митинг, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, объявляется закрытым.